Состоянием набережной в Имеретинской низменности Анатолий Пахомов остался в целом доволен, назвав это место гордостью пляжных курортов. Однако небольшие корректировки все-таки необходимо внести. В очередной раз затронули тему многочисленных торговых палаток. Их на этом месте быть не должно. Я когда прошел, сказал, уберите этот ряд и сделайте парковку. Такая же участь постигнет, например, эти павильоны. Ни имени хозяина, ни оснований на их размещение просто нет. Нет, ну как, взял, поставил. Уберите сегодня. Что касается зеленых насаждений, то здесь каждый собственник обязан постоянно поддерживать клумбы и газоны в надлежащем виде, а не ожидать полного запустения, прежде чем приступить к работам. Растительность должна быть на протяжении всей набережной. Надо поддерживать вот такую красоту всегда. Говорил градоначальник и о размещении на набережной всевозможных развлекательных заведений и мест общественного питания. Главные условия – все они должны быть построены исключительно как временной конструкции и приведены к единому архитектурному облику. Мы понимаем, что на набережной должно быть добавлено количество услуг, но при этом мы не должны ее превратить вообще-то либо в рынок услуг, либо еще что-то. Мы должны понимать, это набережная. И на набережную люди приходят отдыхать, гулять, притом больше гулять пешим ходом. Анатолий Пахомов также дал поручение составить временное положение, согласно которому должны быть приняты правила для велопрокатов на территории набережной. Их слишком много, а значит, есть риск банального транспортного коллапса на велодорожках. Ведется работа и на пляжах. К началу сезона все они должны быть не только ровными, но и соответствовать нормам безопасности. Согласно плану, все работы нужно завершить до 1 июня. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.